за ноябрь и декабрь месяц ресурсоснабжающая организация ЧКС на тот момент не получила денег за оказанные услуги. Несколько сотрудников Щелковского телевидения, и я в их числе, тоже оказались должниками. Была определена цифра в 40 с лишним миллионов рублей, которая и выставлена жителям района в качестве доначислений. В данной ситуации каждый решает сам, платить или не платить. Мы никого ни к чему не призываем. Специальный репортаж «Платить или не платить» смотрите на Щелковском после программы «События».